О, привет, ты здесь новенький? Мы находимся в лагере Media Station. Здесь мы обучаемся медиаграмотности, как правильно вести себя в интернете. Здесь самые лучшие ребята, тренера и такие же уроки. А график здесь расписан по каждой минуте. И голодным тебя здесь вообще не оставят. Кстати, ты сейчас голодный? Отлично, тогда давай пройдем, я здесь тебе все покажу и расскажу. Пойдем. Ну что ж, давай начнем с студии мультимедии. Здесь мы учимся, как правильно раскадровывать кадры для видео, монтировать, а также писать сценарии для них. Здесь просто великолепное место для тех людей, которые обожают фильмы. И преподает здесь сам Руфат Агай. А следующее место — это студия блогинга. По моему мнению, самое уютное и удобное, потому что здесь просто можно лежать. Здесь ты можешь почувствовать себя настоящим блогером. Мы можем здесь писать сценарий для видео, правильно записывать звук, а, конечно же, записывать те самые видеоролики. Кстати, я узнал то, что быть блогером — это не так уж-то и просто, честно говоря. А здесь проходят наши ученики. Это последняя студия театра. Здесь, естественно, обучают актерскому мастерству. При этом тут сам Болот Агай. Честно говоря, ходят слухи, что он хотел стать актером с 3 лет. По-моему, это было идеальным выбором для проведения лагеря. Исык-Куль, озеро, берег, все просто шикарно, которое наполняет нас новыми идеями и мотивациями. Но, знаешь, я приехал сюда только из-за озера, и ты, наверное, тоже мой друг. Кого же мы обманываем? Привет, ребят! Вы новенькие?